Как? Разрабы дауны или пидорасы? Знаете, выбор, короче, в РПГ играю, называется «Жизнь», и выбор разрабы дауны или... А, понятно, ну... Вы, блядки, разрабы. Вы, блядки, вонючие, блядь. Пиздец, выродки. Пиздец, дауны, блядь. Игра не работает просто. Надо подождать, пока он дуплится, прежде чем его атаковать шокером, блядь. Ну и... Обосранные. Ну почему? Вау, найс сегмент. Чисто пидорастический сегмент, потому что разрабы дебилы игру не могут сделать нормально. Как они задумали, они не могут сделать игру, она у них не работает просто. Охуенно, блядь. Просто охуительно. Игра не работает. Я в этом виноват. Просто игра не работает, я виноват в этом, да? Дауны ебаные, блядь. Как сюда залезть? Вау, игра не работает, посмотрите, игра не работает. У меня игра не работает, я не могу ничего сделать. Пидорская хуйня. Нерабочая игра просто. У меня игра не работает, я не знаю, что делать. Это вообще какой-то уже пиздец. Мне просто не работает игра. Да бля, как я заебался этот сегмент. Ну почему тут все не работает? Этот сегмент самый забагованный сегмент за всю историю компьютерных игр. Это вообще какой-то пиздец. Тут ничего не работает, невозможно пройти. Что он делает? А, сюда нельзя залезть, прекрасно, 10 на 10. 10 на 10, пидорасы, найс игру программируйте. Разрабы конченые, выбредки. Пидарьё тупое. Конченая хуйня, блядь, нерабочая абсолютно все. Я буду бегать, смысл не бегать, если они мои скрипты тебя душат. Тут все на скриптах, блядь, смысл не бегать, смысл, блядь, ходить пешком или двигаться, ползком. Если это все на скриптах исключительно. Ни на что не влияет то, что я бегаю или хожу пешком, или, ну, ни на что вообще. Все полностью на скриптах основано. Вот я бегу, и, блядь, он так же само здесь появляется, независимо ни от чего. Независимо от того, каким образом я двигаюсь. Твари ебаные, блядь, тупые. Гандоны вонючие. Конченые дауны. Вот так-то лучше. Бля, просто вызови дроида. Саш, выгляни, жди, пока он не... Нет, это нереалистично. Это нереалистично. Почему должен делать так, как нереалистично? Так, как я не хочу делать. Почему я должен ждать, пока он починит, если я могу убежать? И, ну, почему я должен ждать? Объясни мне. Почему игра не рабочая? Почему все не работает? Почему я не могу залезть в вентиляцию и убежать с короткой? Почему все не работает? Почему вся игра абсолютно не работает, блядь? Ничего нету, блядь, пришел за лутом. Лута нет. Интересно, кто спрограммировал Папича? А то у него скрипт заел в попытках повторить одно и то же. Ну, я по факту все говорю. Игра же не работает по факту. Полностью забагованная хуйня, просто багулина ебаная. Багулина нерабочая. Классно, наверное, играть в багулину. Ну, типа, на сегодня хватит, но это вообще шок. Это просто жопа. Игра полностью поломалась вот на этом последнем сегменте. Ничего не работает. Просто борода. Зацените прикол. Зацените прикол, гайз. Эта программа работала правильно? Да, эта программа работала правильно. Нет, запустить средства устранения неполадок, блядь. Подключить ОРД, устранять неполадки в игре. Бесконечные баги, просто багулина. Пиздец какой-то. Вот это я говна поел. Только что прям вообще охуенно поживился. Такого количества багов я давно не видел. Просто все не работает. Чужой телепортируется. Андроид нужно ожидать почему-то, чтобы он починил багулины эти все, бля. Ты в игре лучше почини баги, долбоебище. Если его убить, то каким-то образом все работает, все само по себе чинится. Убежать нельзя через коротку, через туннели, потому что туда залезть нельзя. Почему-то там суперсложно залезть. Как не наводишь мышкой, ты не можешь туда пролезть. И так, и это можно бесконечно перечислять. Телепортации чужого, которые всю игру, и я их доказал сегодня. Я забежал наверх, когда он от меня убегал, и он сверху просто пью, испарился. Это просто шок. Я охуел с количества багов. Пиздец. 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 Такое количество багов. Багулина.